Количество семей по всем льготным категориям на сегодняшний день составляет 464. На текущий период 310 семей, имеющих право на получение земельных участков бесплатно, многодетные. Свои долгожданные участки в конце октября уже получили 27 семей из села Музяк. Там же земельную площадь получили 3 семьи, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида, и еще 2 на территории района. Осталось обеспечить 25 нуждающихся семей. В разрезе сельских поселений на территории сельского поселения Музяковский сельсовет получили из Музяковского сельсовета 13 семей, с Раздолевского сельсовета 2 семьи, с Новокаинлыковского 3 семьи, с Никольского сельского поселения 6 семей, с Николо-Березовского сельского поселения 4 семьи, с Кореевского сельского поселения 1 семья и с Куяновского сельского поселения 1 семья. Это информация, что касается по территории сельского поселения Музяковский сельсовет. На данный момент в разных сельских поселениях района имеются 53 земельных участка. Комиссии было вынесено решение о бесплатном предоставлении земли 23 гражданам для индивидуального жилищного строительства. В том числе 21 гражданин, это имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, и 2 семьи, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида. В разрезе сельских поселений по этим 23 земельным участкам Новая Бура 6, в том числе одна семья, имеющая ребенка-инвалида, Новокабанова 3 семьи, в том числе одна семья, имеющая ребенка-инвалида, 2 семьи из деревни Бурнюш, это многодетные семьи, Соусбаш 2 семьи, это многодетные, Новый Индигит 1 семья многодетная, Старый Индигит 1 многодетная семья, Новонагаева 7 многодетных семей, и одна семья из деревни Мажара, многодетная семья. Из 23 граждан на сегодняшний день 9 получили свидетельство, по остальным 14 готовится постановление, укомплектовываются документы и ждем выписки из ЕГРП. По оставшимся 30 свободным участкам также ведется работа. В разрезе сельских поселений оставшихся свободных 30 семей – это Соусбашевский сельсовет 10, Новокабановский сельсовет 1 участок, Новоиндигитовский 3, Куяновский сельсовет 1, Новобуринский сельсовет 1, Никольский сельсовет 5, Новонагаевский сельсовет 5, Новокаинлыковский сельсовет 4 участка. В селе Орлан сформированы для предоставления 37 земельных участков и распределены по тем же категориям. Это 34 семьи, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, и 3 семьи с несовершеннолетним ребенком-инвалидом. По территории Орлановского сельсовета в разрезе сельских поселений Орлановский сельсовет получает 18 семей, проживающих на территории сельского поселения Орлановский сельсовет, в том числе одна семья, имеющая несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Новоиндигитовский сельсовет 2 семьи, в том числе одна семья, имеющая несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Шушнурский сельсовет 5 семей, Куяновский сельсовет 6, в том числе семья, имеющая несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Новокаинлыковский сельсовет 5 многодетных семей. Из 37 орлановских земельных участков 10 сформированы заявления и готовы. Сегодня передадим в Комитет по управлению собственностью, а по 27 также на стадии передачи в Комитет по управлению собственностью документы. Администрация и службы района продолжат работу по данному вопросу. К сентябрю 2017 года планируется обеспечить земельными участками всех граждан, состоящих на учете.